Осипенко Ефим Ильич, начальник штаба партизанского отряда «Передовой». Родился в 1902 году в Черниговской области. До войны трудился в Смоленском уголовном розыске. С начала войны Ефима Ильича назначили начальником штаба партизанского отряда «Передовой». У станции «Мышбор» партизаны заложили под рельсы взрывчатку, но механизм не сработал. Тогда Осипенко вылез на пути перед приближающимся составом и изо всех сил ударил металлическим шестом по гранате. Взрывная волна отбросила партизана на несколько метров. Осипенко вспоминал, что в ту секунду свет померк. Навсегда. Ефим Ильич был сильно контужен и потерял зрение. Отважный поступок Осипенко преградил путь противнику. Под откос пошел вражеский эшелон с техникой и боеприпасами. Ефим Ильич награжден орденами и медалями за доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Знаем героев, чтим память о подвиге.